Всем привет, ребята. Да, всем привет. И чё, вы уже наверняка догадались, про что у нас сегодня будет видео. Естественно, про SCP. Опять SCP. У меня уже было два обзора. Но, ребята, этот мод SCP гораздо-гораздо лучше. Потому что тут добавляется еще больше SCP, ребята, вы представляете? Все SCP, 22 моба и даже больше, не знаю, добавляется. И, ребята, чтобы не пропускать мои крутейшие видео, надеюсь, крутейшие, подпишитесь на канал и поставьте лайк, ребят. Ну и мы погнали. Так, тут должны были добавляться блоки, но они не добавились. Но, ребята, очень жалко. И вот сами SCP. Вот этого мы смотреть не будем, вы знаете. Думаю. Так, вот этих я уже показывал. Надеюсь, вы знаете, кто это такие. И, ребят, я покажу только тех, кого мы не знаем. Так. Ой, что это за фигня такая? 058. 058. Так, ладно, первый SCP это у нас какой-то динозаврик. SCP-динозавр. Как он называется? А, SCP-745. 745. Это у нас какой-то олень. Скелет оленя. Прикольно. Кто его бьет? И да, ребят. Его кто-то бьет. Или он сам себя убивает. Так, ладно. Дальше у нас идет лисичка, которая может применять, видимо, всякие формы разные. Смотрите, она может делать, что хочет. Может становиться плохой, может становиться хорошей. Значения не имеет. Превращается, смотрите. Зла. О, ученый. Ученый. Так, ладно. Ну или вот в таких лисичек. Да. Дальше у нас, ребята, идет SCP-клетка. Ну просто клетка для чего-то там. Нифига себе, лисичка. Так, ладно, дальше у нас идет смертельная маска. С ней я пока что не разобрался, что делать. Хотя я знаю, что с ней делать, но я покажу. Так, что это за фигня? А, она. Должна быть ночью, но давайте рассмотрим ее и так. Смотрите, вот какая-то букашка, я так понимаю. Букашка, букашка. А вот это вот ромашка, ромашка. Белый лепесток. А, ладно. Так. Куда погнали? А, вот. Вот, смотрите, какие чудовища. Ребят, за что нам далось иссушение? Из-за маски? Маска? Это маска, иссушение. Так, ладно, следующий SCP это у нас девчонка, видимо, с мечом. Угу. Чё, прикольно. Она, кстати, воюет, я знаю, с монстрами, с SCP. Хотя она сама SCP. Так, дальше у нас невидимая фигня какая-то. Ну чё, прикольно, чё. Смотрите, ребят, я выбрасываю эту маску. Получается, я бью эту маску. А, нет, я должен ее убить. Так, ладно. Что, оделась? Нет, не оделась. Или к ней подойти? К ней подойти надо. И тогда мы типа ее одеваем. Так, ладно. Следующий SCP это у нас... А вот это что, ребят? Это, видимо, фигня, я знаю такую. Из одного страшного фильма. Что-то похожее было. Я уже забыл. Но что-то похожее там было. Идем дальше. Так, вот эту фигню мы не знаем. Вот это кто? Это кто? Чума. Чума, это что? Это что такое? Так, ну это туалеткин у нас и дверь. Она всегда такая? Да, она всегда такая. Так. Вот что это такое? Что за фигня, ребят, ходит такая? Так, ладно. Надписи SCP. Ладно. Какая-то фигня. Зеркало. Чудовище.
SCP-860. О чем? А, ребят, я знаю, что это такое. Видите, парень, тот самый. Так, Свакен, кстати, очень похож. Может, они будут сражаться? Давайте, бой, 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 бой. Сражайтесь в бою. Видимо, не хотят. Так, ладно. Вон фигня бежит. Вон фигня бежит. Так, так. Прикольно. Ребят, насколько я знаю, вот это... О-о-о, нормально. Нормально, ребята. Смотрите, с него... Мы можем это как-то одеть? Блин, мы не можем это одеть. Ребят, мы не можем его одеть. Так, ну а в пушке... В пушке также нету патронов. А, получается делать. Одновременно ничего не получается. Да уж. Ребят, вот этот черный пес, он никого не трогает. Странно. Так, ребят, я знаю, что это за фигня. Только для начала... Стоп. Этот костюм вот так можно одеть? Да, я его одел. Разве нет? Нельзя. Так, ладно. У нас стойкость. Стойкость 5. Теперь-то я хотя бы могу стрелять? Так. Смотрите, я военный. Никто не смейте ко мне подходить. С каким костюмом я буду ходить? Все видео. Так, да, ребята. А это у нас горилла. Ага. А, точно, ребят. Давайте я вам покажу ту самую фигню. Смотрите. Вот. И смотрите. Ставим вот это, и они пропадают. Понятно. Горилла, успокойся. Ничего не выпало. Нет, ничего не выпало. Так, ладно. Это у нас как раз те самые парни. С них как раз и выпало, видимо, этот костюм. Так. Ладно, давайте поставим все-таки этих. Хотя давайте все-таки их уберем. Все, убрали. Так, вот это... Улетаем. Так. А где моя ружка? Где моя ружка? Я хочу всех повалить. Ладно, видимо, не получится. Так, вот это, допустим, кто? Ребят, на самом деле, я немного только посмотрел этот мод. Ребят, ну вот эта фигня, это та самая. Ну, вы знаете. Похож на курочку. На жареную курочку. Так, ладно. Давайте покопаемся. Ребят, напишите в комментариях, что тут написано. Не совсем разбираюсь. ECP. Ладно, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете. Она убивает свои фотки. Это фотки. Все фотки. Ой. Так, ладно, ребята. Дальше у нас это... Не знаю кто, конечно. С фотоаппаратом. Ну, еще, естественно, зомбайки. О. SCP. Ножик. Знаю, что это такое. Это легендарный нож. Это легендарный нож, ребята. Легендарный нож. Во всех с одного удара. Так, это у нас врачи, я так понимаю, да? У них вот такая прикольная анимация. Так, ладно. Посмотрим, у этого есть какая-то? Нет, анимации нету. Нету. Вот этого непонятно, кого есть анимация. Нету анимации. Сейчас мы, ребят, смотрим анимации, я так понимаю. Запасной ножик положим вот сюда. И одновременно буду вам показывать SCP-шек других. Так, ну вот это мы знаем, это игрушка кого-то там. Крючак. Тот самый военный. Так, наверняка вы знаете вот эту вот фигню. Ага, ребята, SCP-лаборатории, точно, SCP-лаборатории. Но, ребят, извините, я вам их, к сожалению, не смогу показать. Потому что они очень лаганные. И да, ребят, вот эта фигня никак не меняется, анимации смерти нету.
парень. Такой вот парень с базукой. Ученый какой-то. Ладно, мы его убьем. Здесь у нас кто-то еще есть? Он плохой. Да, кто-то очень плохой. И убьем, пожалуй. Тебя мы тоже убьем. Это я знаю, кто. Улитки. Смертельная опасная улитка. А это кто? Почему он может так ходить? Ну вообще не ходит. Что это за чучело такое? Так ладно, убьем. Анимация смерти у него нету, к сожалению. Это какая-то невидимая фигня. Так, вот это Кошкинс. Кошкинс, обычный Кошкинс. А, это тоже кошки, только загипнотизированные. И просто очень-очень страшные. Так, ладно, дальше. Военный. Это у нас военный с таким вот лазером. Сейчас посмотрим, как он эффективен в бою. А мы посмотрели, он неэффективен. Ну, а зато анимация смерти прикольная, смотрите. Прикольно. Так, ну вот этого я даже не знаю. Хватит там стрелять. Хватит стрелять, я повторяю. Слушайте все мое приказание. Иначе я сейчас убью моим великолепным ножиком. Да, на самом деле не такой уж он и страшный. Да. Итак, ребят, я хотела вам показать пушку. Мы можем за нее садиться. Этот парень. О! Ха! Давайте-ка поменяем костюм. Поменяли костюм. И чё? Их только костюм, что ли, падает? А, они ещё патроны. Патроны, я так понимаю, для называемой пушки. Так, ладно, мы сделаем день. Ну и, ребята, надо собрать весь лут. Да уж. Так. Ну ладно. Короче, это у нас домик. Просто обычненький домик. Так. В котором у нас стоит колодец. И этот домик полностью разрушен, точнее, заброшен. Да, ребят, дальше у нас идет Бабай со своим фонарем. Бабай со своим фонарем. Также вот этот Бабай со своим фонарем. Точнее, со своей кувалдой. Ну, наверняка должна быть анимация смерти. Падай. Ну, нормально. Этот ножик его, что ли, восстанавливает? Так, ладно, давайте посмотрим. Это, я так понимаю, босс. Он должен призывать вот этих. Короче, какой-то огромный бабай. Огромный-огромный бабай. Он лечится с помощью этого ножика, ребят. Так, ну это у нас Деклас. Это у нас добренький кто-то. Видимо, судя по лицу. Так, ладно, это кто? Точнее, что? Камера! Я сразу не додумался, ребят, я тут... Сразу не додумался то, что это камера. Это реально камера. О-о-о-о-о! Ребят, сейчас огромного бабая завалит. Есть у него анимация? А, вот почему он называется 18. Потому что его 18 раз надо убивать. Ой, так, ладно. Понятно, давайте пушечки поставим. Турельки. Чтобы и так справлять. Круто, чё? Так, ну чё, сколько этого баба еще бить? По-другому его никак не надо. Ой. Ножиком наоборот уже быстрее. Ножиком наоборот быстрее. Понятно. Ребят, улетаем отсюда. Улетаем. Так. Что за мусор? Извините.
Не полицейского, я так понимаю, это полицейские. Не друг с другом идут. Так, ладно. Этого мы не посмотрели, это кто? Понятно, ясно. Так, уже 27 костюма. Туалет. Что у нас еще есть, ребят? Да толком SCP тут уже что-то нету. Уже практически всех посмотрели. Ты можешь сказать все, ребята, все. Можно сказать, посмотрели всех. Ну вот эта дверь, самая обычная SCP-дверь. Пицца, та же самая. Скульптура. Ну почему-то я ее заспавнить не могу. А, не, вот. Красотка какая. Кактус. Я знаю, что он делает. Это, ребята, взрывающийся кактус. Почему-то он не хочет появляться. Но этот кактус взрывается. Я знаю. Я точно знаю то, что он должен взрываться. Так, вот эта штучка, не знаю. Не знаю, это кто, конечно. Ой. Во, наконец-то заработало. Так, ребята, да, вот кто-то это. С нее нифига не выпадает, так ладно. С нее должен костюм падать, я так понимаю, я знаю. Насколько я знаю. Может, я просто тупой? То, что вероятнее всего. Не, ну это вряд ли. То, что я очень тупой, это вряд ли. Да, вот тот самый вот этот. Ребят, с виду обычный красивенький кактусик. Но стоит только его один разок ударить, уже не кажется то, что он обычный кактусик. Хорошенький кактусик. Ведь он не хорошенький кактусик. Так, это у нас SCP-динозувр. Скелетон динозувра. Это у нас стульчик, на котором можно сидеть, как бы это не было логично. Не скажу, что это, но, ребята, напишите в комментариях, как вы думаете. Это же туалет. Интересно, у него есть анимация смерти? Ах, да, точно. Ребят, как вы думаете, у туалетов есть анимация смерти? Их можно как-нибудь убить? Ребят, ну чё, думаю то, что буду завершать. И, ребят, короче, думаю то, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Ну, на сегодня всё, всем пока-пока. Смотрите, какой у меня костюм. Прикольненький.